На сложную ситуацию «Творческий взгляд». Университетский творческий центр САФУ проводит конкурс «Леди Маска». Чтобы стать участником, нужно изготовить защитную маску, добавив в нее ярких красок. Выложить фотографию в своей маске на странице ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом «Леди Маска». В конкурсе может поучаствовать любой желающий. Это сейчас у нас время появилось, и людям просто нечего делать, и просто смотреть сериалы, ну, такое себе, нужно всегда что-то делать, нужно что-то творить. Именно поэтому мы решили занять студентов и к тому же помочь пожилым людям, которым мы потом передадим эти маски. Победители конкурса будут выбраны путем голосования жюри, а также по количеству набранных лайков. Лауреатов наградят ценными призами.